Было достаточно много интересных спикеров. В принципе, практически все спикеры зарубежные. Это довольно-таки нестандартная практика, в принципе, для этого закупочного рынка и рынка supply chain. Спасибо, что привезли их. Интересна конференция тем, что у спикера было много инсайтов, достаточно, над которыми стоит задуматься. Очень понравилась мысль, например, что sales и маркетинг тоже должны были отвечать за уровень запасов. Закупкам необходимо заниматься продвижением и промоушеном своей функции, то, что не делают большинство закупщиков. Вот. Поэтому достаточно много полезной информации, нужно будет ее переварить и, в принципе, взять для себя ключевые идеи, которые воплотить потом в жизнь.